генеральная уборка. Активисты собрались в Каменском районе, чтобы навести порядок в усадьбе Воейкова. Это памятник истории и культуры регионального значения. Работают местные жители, волонтеры из областного центра, чиновники. Трудится больше 100 человек. Это один из самых известных памятников Пензенской области. Он возник в начале 20 века и в свое время был мощным экономическим, культурным и социальным элементом жизни этой территории. Уже на протяжении нескольких лет волонтеры приводят в порядок поместье, собирают прошлогоднюю листву, вырубают дикорастущие деревья и кустарники. Весь мусор коммунальные работники сразу отвозят на свалку. Но само старинное здание активисты не трогают. Объект находится в не очень хорошем состоянии. Надо огромное колоссальное вливание в него и, допустим, силами города Каменки, Каменского района, бюджетом, это мы не сможем это сделать. Необходимо привлечение дополнительных средств со стороны. Было бы очень здорово, если бы данный объект был включен в объект культурного наследия федерального значения. Объект очень уникальный, он вызывает интерес, сюда едут туристы, и поэтому наша задача привлекать все больше и больше внимания туристов и гостей нашей области. Сейчас идет поиск инвестора, который захочет вложить средства в восстановление усадьбы. После подготовки проектно-сметной документации станет известно, какая сумма потребуется на проведение капитального ремонта.